Здорово, меня зовут Игорь, это пацаны. Мы сегодня совсем не случайно оказались на этой улице, потому что хотим вам рассказать о правилах первой медицинской помощи при острой боли в спине. Да-да, при боли в спине, а не потому, что кто-то любитель ретро. Первым делом надо откинуть пострадавшего на что-то твердое. И сделайте подставку для ног. Это снимет напряг с мышц и уменьшит давление на хребет. Дальше пострадавшего нужно аккуратненько перевернуть. Перевернуть и приложить к месту, которое болит, что-нибудь холодное. Витя, дай что-нибудь холодное. Ну, что-нибудь холодное дай. Любимый город может спать спокойно. Любимый город и видит сны. Дальше надо забодяжить братику ледяной массаж. Для этого возьмите какой-нибудь холодный предмет и помассируйте спину. Витя, 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 массаж. Рельсы, рельсы. Повторяйте эту процедуру следующие 2 дня. Едет поезд. Витя. Ни в коем случае не занимайтесь гимнастикой без рекомендации врача. О, правильно, сейчас внимание. Держите ноги в тепле. В принципе, одевайтесь потеплее, потому что переохлаждение может вызвать осложнение с хребтом. Слышь, там кинжала не было. Ладно, ладно, все, сейчас самое главное. При вставании на свои 2 не сильно напрягайте мышцы, потому что будет жесть. Чтобы встать, нужно просто медленно и аккуратно скатиться с кровати. Мешок на голову и... Да, это верно. Очень правильное решение. Шо? Шо, шо? Закрепляй там давай. Закрепим. О. Положите потерпевшего на жесткую поверхность и сделайте подставку для ног. Охладите место боли, сделайте ледяной массаж, держите ноги в тепле и не пробуйте резко вставать.